Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем скоро стартует обновление 10.07. Хотя, если вы это видео смотрите уже позже 22 марта, то оно стартануло. И в Запретном крае, в новой локации, имеются новые драконьи реликвии. Всего их 8 штук, и они нужны для прокачки новых талантов. В рамках ПТРной учетной записи хочу собрать их все абсолютно на видосике и показать вам абсолютно все координаты этих новых драконьих реликвий. Начнем же. С целью того, чтобы облегчить их поиск, я заранее сделал макрос, в котором прописал абсолютно все координаты этих точек. Они имеются на экране, также этот макрос с этими координатами закину в описание к видосику. Координаты имеются вот тут вот, полосочка, и также будем ориентироваться на стрелку. Периодически буду карту открывать. Все зеленые точки — это, конечно же, драконьи реликвии. Шестая скрылась за рарником, вот зеленая точка. Начнем же сбор. Самая первая находится тут вот, в башенке. Координаты видны. Забираем ее. Первая есть. Летим ко второй. В рамках ПТРной учетной записи почему-то, хоть и персонаж копернулся, но энергия не фуловая, к сожалению. Но это не повлияет никак, надеюсь, на сбор драконьих реликвий. А вот она, вторая золотая, уже виднеется. Прекрасно, летим дальше. Третья находится в башенке, сразу же пролетаем, забираем ее. Четвертая уже виднеется, вот она золотая. Прекрасно, летим к пятой. Отлично, летим к шестой. Она очень высоко, возможно, мне не хватит скорости или энергии. Придется маленько подождать. Окей, с шестью энергиями это было бы, конечно, намного проще. Надеюсь, мне этого хватит. Нужно забрать ее. Чик. Летим дальше. Седьмая реликвия будет находиться в полуразрушенном здании. Тут нужно внимательно смотреть на крыши. Вот оно, это полуразрушенное здание. Влетаем и забираем. Прекрасно. И плавно перемещаемся к восьмой реликвии. К последней. На самом деле, очень быстро они собрались. Я думал, это будет дольше. Но классно, классно. Очень быстро собираются, очень легко собираются. То есть при полной раскачке дракона это не займет много времени. Она, похоже, ниже. Да, вон она, золотая. Я немножко не туда прилетел. Окей, на этом все. Все 8 реликвий собраны, и за это мы даже получаем достижение. Круто, классно. А новые таланты, которые мы можем прокачать, при условии, если мы собрали ранее абсолютно все драконьи реликвии, это остановка в воздухе, обучение нового спела, дракон машет крыльями в обратном направлении и замедляется. И также от него идет побочный талант. Остановка в воздухе, примененная во время действия азарта небес, дает одну единицу бодрости. Азарт небес — это эффект, когда у нас дракон синеет, и мы ускоренно восполняем бодрость в процессе полета. То есть таким образом, делая остановку в воздухе, мы можем как-то иначе пользоваться своим драконом. Круто, посмотрим на практике, как это будет выглядеть и будет ли это полезно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!